Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру Final Fantasy 3. Ну что ж, в прошлый раз с вами у нас был неудачный такой походик вот в эти пещеры. Правда, он, темный рыцарь, там говорил про деревню Фаргабад. Я предлагаю нам туда отправиться сейчас сначала, а потом уже туда в пещеру. Немножко туда прокачаемся, может быть, там мечи купим с вами. Деревня где-то находится возле Салонии, возле вот этой пещеры Уна, над ней. Там есть деревушка. Вот туда мы сейчас и отправимся, потому что, ну, пока в эту пещеру нам рановато идти. Это однозначно. Это однозначно. Во-первых, очень мало у нас с вами темных клинков. Я бы хотел бы, допустим, гусу поставить два клинка, чтобы он их просто выносил напрочь. Может быть, какие-нибудь там щиты будут. Можно, в принципе, и Зару дать, да, темный клинок. Вот, так как у нас он луковый рыцарь, его тоже надо будет прокачивать. Хотя в идеале, наверное, будет это, если будет два темных рыцаря. Но мне кажется, это слишком, так сказать, расточительно. Потому что я хотел бы прокачать все-таки лукового рыцаря до конца. Потому что у него в конце будет здоровье, силы, все остальное по 99. Самый мощный у нас в итоге он появится. Но только после того, когда будет максимальный уровень прокачан у него. Максимальный. А максимальный уровень профессии это 99. Так что нам его еще качать, качать и качать. Но я так думаю, история у нас еще не заканчивается. Не близка к концовке, потому что у нас с вами нету кристалла земли. Да, вот сюда нам надо с вами. А, тут тоже прыгать надо. Ё-моё, ну ладно. Вот она деревушка. Вот там с вами пойдем. Фаргабад. Здесь обитают темные рыцари. Сколько бы... 640. Нет, спасибо, у меня в принципе есть где спать. Халява. Так, сильное зелье у нас. Можно, в принципе, прикупить. Одну золотую иглу взять, глазные капли пока не надо, это пока не надо. Фунгус тоже, хлеб, трава, гисал. Это все не надо. Ну-ка. Добро пожаловать в Фаргабад, место уединения для тех, кто хочет овладеть техникой темного клинка. Вот это я и хочу овладеть. Ага. Воскрешение. Фонтан. Темным клинком могут обладать лишь те, кто смог подавить тьму внутри себя. Темные рыцари непревзойденно владеют этим оружием. У меня уже один такой есть. Темный рыцарь. Огонь есть, лед есть, лечение есть, молния есть, телепорт есть, прозрение есть. Кстати, письма. Ничего нет. Я, кстати, интересную для себя фишку открыл, когда за кадром проходил. Если поменять, допустим, с феей... В общем, надо каждого героя к почтовой сети подключать. Тогда мы сможем почитать. Вот есть сообщение Така для феи. Фея, у тебя все хорошо? Но не забудь, как только вы закончите свое путешествие, сразу же приходи домой. У меня тут для тебя накопилось достаточно работенки. От Таки. Вот так вот. Подожди, сразу что ли? Еще одно новое письмо? Ну-ка, подожди, почитаем. Да, казус. После фиаско Джина жизнь в казусе вернулась в привычное русло. Зайди к нам, когда у вас появится свободная минутка.
Еще одно письмо. Старею. Я тут недавно получил заказ на мифриловые инструменты и, как всегда, пошел в шахты, чтобы добыть немного руды. Должно быть, старею. Раньше я мог за раз унести вдвое больше. Еще одно. Легендарный кузнец. Не помню, рассказывал ли я вам о странствующем по миру кузнеце, но ходят слухи, что она так хорошо чинит вещи, что они выглядят как новые. Еще одно письмо. Орехалк. Я вам когда-нибудь рассказывал о легендарном металле орехалке. Говорят, не существует ничего, что оружие из орехалка не смогло бы разрубить. Вот так вот. Я думаю, как-нибудь надо будет навестить Тако. Может быть, там что-то будет у него полезное еще. Пока меняем обратно и поменяем арка. Есть что-нибудь для арка? Да, Алус. Привет, Арк. Арк, как ты? Салония – большой город, а у больших городов очень большие проблемы. Я стараюсь изо всех сил, и кажется, у меня начинает получаться. Надеюсь, у вас дела идут намного лучше. Все. И давайте также поменяем для Гуса. Может быть, для него что-то есть? Да, от Сары. Привет, Гус. Гус, как у тебя дела? У нас с отцом все в порядке, так же, как и у всех остальных в замке. Навести нас, если у тебя появится свободное время. Скучно. Мне так скучно. Быть принцессой не так уж и здорово, как многие могут подумать. Хотела бы я путешествовать вместе с вами. Возьмите меня когда-нибудь с собой, хорошо? Нет, нельзя. Сосуны за последнее время. После исчезновения Джина все в замке вернулись к своей рутинной повседневной жизни. Как будто бы ничего не было. Еще раз спасибо за вашу помощь. Счастливого пути. Хорошо. Ну вот, со всеми пообщались. Эй-эй, порядок. Возвращаем как было. И продолжаем дальше изучать деревню. Что продаешь? Латы. Демона. Защита 38, как раз для Гуса, но надо 25 тысяч. Щит демона. Вот, кстати, щит бы, наверное, я все поставил бы. Хотя у Гуса, допустим, стоит щит. Разве у него стоит щит? Я что-то не припоминаю. Да, щит Гензи. Некоторых проклятий 18. Получается, получше стоит. Даже у Зара стоит лучше. Единственное, только вот латы демона я бы хотел купить бы. Для Гуса. 25 тысяч. Это надо что-то продавать. Давай посмотрим, что можем толкануть. Так. Ну вот, может быть, магию продать? Зачем она мне лишняя? Ну вот огонь 2 на продажу, лед 2 на продажу, изгнание не надето, побег пусть пока остается, это призывы все. Когтифейры 89, огненный жезл это все надо оставить, рунный топор 110, когти фейры 89, так что когти фейры надо продать. Дальше, стрелы это мы все оставляем. Когти виверны, урон ветром, пока тоже оставляем. 70, удар молнии, тоже пока оставляем. Копье грома, молнии. Ну вот если, допустим, кто-то от молнии страдает, можно будет сразу соорудить 2. Нож тьмы, 93. Ну вот руны топора наносит больше урона, 110, так что нож тьмы тоже продать. Я, к сожалению, не то подумал, когда его покупал. Так, тоже ветром наносит, и когти виверны тоже ветром, поэтому оставляем. Кровавый меч тоже пока оставляем. Стальная стрела, черный мускус, алмазные перчатки. Ну вот одни можно продать. Защитник вызывает заклинание защиты, пока тоже оставляем. Когти тьмы. Атака 115. Ох-ох-ох, 115. 115, 115.
Но вот вместе, допустим, с рунным топором оставлять будет просто шикарно. Ну, в принципе, здесь все получается. Могу я купить латы демона. Сразу давай экипировочку. Вместо огненной кольчуги наконец-то у тебя будет что-то посильнее, блин, ё-моё. Так, вещи. Надо порядок навести. И огненную кольчугу можно, в принципе, продать. Не вижу смысла ее хранить. И так у нас тут всего накопилось. Отлично. Бумеранги пока не продаем. Ладно, чакра 1. Сумма продаж, да? А бумеранг 4500. Офигеть. Хотя чакра наносит урона больше. Ну да ладно. Здесь все. Теперь оружейник. Оружейник. Асура. Лук Йети 70, 42 тысячи, топор демона 116, стрела Йети, атака 40, обалдеть, но у меня таких денег нет. Но есть Асура. Но пока я покупать не буду, наверное. Может быть, я где-нибудь смогу еще надыбать. А, здесь я был, здесь этот фонтан оживления. Ничего тут полезного нет. Легендарный меч Масамуне был утерян много поколений назад, но я слышал, что в каком-то тайном месте он ждет своего владельца. В тайном месте. Где бы мне это тайное место теперь найти? В давние времена существовали особые бойцы, которые сражались при помощи темных клинков и могли метать оружие. Их называли ниндзя. То есть ниндзя мощнее рыцаря, что ли, получается, будет? О, тут какая-то пещера. Подожди, я пока хочу просто походить. Я слышал, что если некоторых монстров ударить обычным оружием, они размножаются. Ну и что прикажешь с ними делать? Для этого есть темный клинок. Монстров, населяющих пещеру теней, можно победить лишь техникой темного клинка. Многие осмеливались войти, но никто из них не вернулся. Да, мы бы тоже, блин, не вернулись бы. Интересный такой проходик, но тут ничего, к сожалению, нет. С тобой разговаривал? Да, легендарный меч. Интересно, где он находится, этот легендарный меч. Тут ничего нет. Давай сюда. Пусто. Ничего, неужели здесь нет? Как-то странно. Вот там напрашивается проход какой-то, но я бы тут нигде не выйду. Ну ладно, тогда что, идем в пещеру. С детком с этим поговорим. Чудовищ, скитающихся по этой пещере, может одолеть лишь мастер темного клинка. У вас нет и шанса. Да? А чё ты так говоришь, нет ни шанса. Здесь тоже нигде не пройти. Ну пошли посмотрим, одолеем. Освещенный молот. Ух ты, ну-ка посмотрим, что за освещенный молот. 120 удар молнии. Уху. Можно будет продать. 45. Вот копье грома можно будет продать. А чё, мне его аж 3 штуки, что ли? Ничего себе. Так, давайте пока вернемся. Вот это вот интересно. Оружейнику, наверное, я продам. Копье грома 3 штуки. Продать. Копье грома. Да, у меня 3 штуки, действительно. Хух ты. Но я хотел бы лук Йети.
и стрелы йети. Но они такие дорогие. 10 штук будет стоить почти 5000. А мне надо 99. Но можно взять Асура. И дать, допустим, Гусу. Давай возьмем. Так, экипировочка. Гус вместо щита Гензи. Поставим Асура. Ну и пошли вперед. Может быть, я оставлю потом этот щит. Может быть, пока нет. Посмотрим, что там за монстры обитают такие страшные. Ну, в принципе, не такие уж и не страшные, как говорится. Давай атаку на Гаапа. Ты иди в защиту. Ты тоже иди в защиту. Ты душиед. Две 700 ушли. Вот два клинка, и все, и сразу уходит. Молодец. Что-то только опыта за них мало дают. К сожалению. Да ты издеваешься. Ну давай, тогда тебе тоже атака на Ханиила. Ты используй вещь. Сколько надо тебе там восполнить? Почти, блин. Почти 300. Ладно, используй вещь. 500, да? Ну давай, вот сильное зелье. Ты в защиту, ты душиед. Ты смотри, а. Живы. Отлично, один ушел. Атакуешь. Тут, наверное, все-таки надо использовать... Хотя нет, давай использовать пока сильное зелье на фее. Ты в защиту. А ты, наверное... Хотя нет, тут надо, блин, магию использовать. Да, магию лечения 2 на всех. В защиту, а ты у нас используй... Нет, просто атаку. Не будем использовать душиед. Потому что он все равно все скоро умрет. А душиед будет только зря тратить у нас... Жизни гуса. Это бессмысленно. Ну, так неплохо. 7! О, я не буду. Если будет противник один, то я не буду использовать души. Это однозначно. Профессию подняла, молодец. Обалдеть. 7000, представляешь, он долбит. Латы демона. Блин, серьезно? Латы демона. Я мог бы, блин, их не покупать. Ну ладно, я тогда смогу их продать, в принципе. 5. Интересно, а куда тогда нам там бить, долбить? Давай тогда атаку на Ханиила. А ты иди в защиту, ты тоже иди в защиту. А ты вот не душиед, а просто атака на Валифора. Если он, блин, просто так бьет 7000, блин. Ну вот начинается, да? Магия, лечение, защита, просто атака. Ну почему? Вот душиед, я тогда бы сразу бы ударил бы их. А теперь придется ждать, когда кто-нибудь получит звездюлей. Катетсо. Это, по-моему, еще один темный клинок. И Асура. Ну давай еще разок
Атакуй тогда Валифора. Ты иди. Нет, ты, наверное, не иди в защиту, ты используй вещь. Сильное зелье на себе. Ты в защиту, а ты атакуй Ханила. Можно хоть кого-нибудь убить? Крит. Спасибо. Вот про это я говорил. Чтобы хотя бы только один только нанес урон. И все. Девятьсот, что так мало-то? Давай, используй вещь, сильное зелье на феи. Просто атака. Не, подожди. Тебе защита, а атака тебе. Ну, давай, гус, ударь его. Гус, ударь. Молодец. 6750, отлично. Просто отлично. Красавчик. Тут ничего нет. А там какое-то озеро есть. Да ё-моё. Ну ладно, это в принципе уже не так страшно. Мы уже неплохо так сносим им. Атакуешь Валифора. Ты идешь в защиту. Ты тоже в защиту, ты атакуешь Ханиила. Тактику сейчас с вами выработаем. Ханиил ушел. 530. Я понял, почему они получают таких звездюлей. Потому что они находятся на передовой. Поэтому у них урон повыше будет. А аркфеи, они находятся на... второй позиции. Тихо-тихо, куда-то использовать вещь. На второй позиции, поэтому урона у них чуть-чуть поменьше не получают. Эх. Отлично. Чуть-чуть, не по максимуму, восполнили здоровье. Да, вы издеваетесь? Вы издеваетесь? Просто атакуй, используй магию. Хотя я не стал бы использовать магию, я бы лучше использовал вещь, обычное зелье на Заре. А ты идешь в защиту, а ты душиед. Потому что душиеда мы сразу их выносим. Ух ты! Все-таки нанесли урона. А, ну в принципе получается мы все, мы закончили здесь с пещерой. Окей. Окей. Тогда атакуй. Валифора. Магия лечения 2 на всех. Ты в защиту, ты атакуешь Ханиила. Вырабатываем с вами такую же стратегию, которая, в принципе, работает. Лечение 2. Атакуй. Используй вещь, сильное зелье на гусе. Гус тоже просто атакуй. Нет, это не гус был. Это была фея. А вот теперь гус. Ну, начинается. Ну, почему? Гус мог бы ударить раньше бы его. 7700, неплохо. Так бы хотя бы, блин, Зар был здоровый. О, еще и атака сзади. Вот это уже плохо, когда атака сзади. Тогда у меня арк и фея на передовой. Прекрасно, фея мертва. Уже замечательно, просто замечательно.
пока никого не атакуй, используй, наверное, все-таки магию жизни. Ты все равно будешь последним. На фее. Ты пока используй вещь сильное зелье на себе. А, тебе не надо, надо на Заре. А ты используй... Нет, уж есть смысла нет, лучше Ханиила убей. Отлично. Жив... А, они же теперь урон-то будут наносить меньше. В два раза. Все правильно. Все правильно. Значится теперь. Используй магия лечения 3 на всех. Магия лечения 2 на всех. Ты в защиту, а ты у нас атакуешь Ханиила. Хотя бы один ушел. Уже хорошо. Плохо то, что они фею мне грохнули опять. Давай снова. Магия жизни. Ты у нас идешь пока в защиту. Ты атакуешь. 3300. Ну вот сейчас можно использовать еще раз лечение 2. Надеюсь, Арк, ты воспользуешься этим моментом и будешь первый в конце-то концов. Ну давай. Ты смотри, специально, вот специально бьют самого слабого. В итоге у нас фея не получает опыта. Ай, засранцы. Вот попал ты в засаду, да, сзади атака, и все. Щита одного героя уже нет. Давай, лечение 3 тогда. На всех. Есть лечение 4? Да, есть лечение 4 на фее. Вот, все прекрасно. Все прекрасно. Сваливаем отсюда с этой пещеры. Да. Опять атака сзади. Да вы издеваетесь. Только что была атака сзади, блин. 400. Ну, хотя бы по нулям. Давай тогда магия лечения 3, но хотя это смысла никакого нет в этом. Лучше тебе вылечить всех. Ты у нас иди в защиту, ты используй душиед. А, атака сзади же, блин. Ну ладно, все равно используй душиед. Хотя бы двоих будешь бить. Урон-то будет меньше наносить. Нет, нормально. Нормально. Застрял. Ты что, застрял? Давай смотреть экипировочка для гуса. Кику и Тимонзи. Это, наверное, самый лучший. 100. 105. Вот ставим вместо Асура Катетсу. Урон 220, уже неплохо. Это ничего нет, это продаем. Можно и, в принципе, Асура продать. Он мне уже не нужен. Ладно, да, Асура можно, в принципе, продать.
Смотрим, что можно толкануть. Вот латы демона 12500. Ну вот давай посмотрим. Если я оружейнику продаю латы демона, это 12500. Асура, понятное дело, я продаю. 12500 у оружейника. Есть ли разница в цене, кому толкануть? Или нет? Или нет? Нет, абсолютно никакой нету разницы. Продаем. Ну что, в принципе, мы здесь все закончили. Есть у нас два клинка, и мы можем спокойно, в принципе, идти снова в эти пещеры и попробовать подраться с всеми этими тварями, которые нас долбили, блин. Но займемся с вами этим уже в следующей серии. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.